Здравствуйте всем, это ГБЦ Kia Optima. Интересный в ремонте двигатель. Не проходит и недели, чтобы в работе у нас не мелькала эта головка и обязательно блок. Судя по всему, не очень удачный движ. В данном случае это авто приехало из Грузии, там его купил клиент, где его клятно заверили, что в мотор никто не лазил. Так ли это? Посмотрим на небольшом примере. Головка и блок цилиндров приехали в ремонт, ГБЦ была в общем плачевном состоянии, также требовалось восстановление постели распредвалов. Смотрим на осевой подшипник и видим, что есть существенные набои, причем набои с обеих сторон. И эти набои отщёк распредвал. А вот и сюрприз от продавца, который убеждал, что никто в мотор не лазил. Один вал стоит труба металла. Другой чугунный. А такого, как вы понимаете, не бывает. Должно быть или так, или так. Вообще-то родные валы, насколько я знаю, стоят металл. После восстановления постели, которую расточник опустил на две десятки в результате проточки, естественно, он приступил к ее проверке. Уложил в постели распредвал и попытался его прокрутить. В одном месте вал заклинивает. В эту проворачивает сторону, заклинивает. И в эту заклинивает. И все заклинивает в одном месте. Это, к слову, вопрос еще и к распредвалу. Почему диаметр щек осевой шейки распредвала имеет какой-то наплыв в одном месте? Естественно, Тимофей, выходя из ситуации, подрезает те места, где происходит проблема. Конечно, подрезает опору с обеих сторон. Теперь он удаляет стружку и вновь контролирует, проверяет свою работу. Вот вам никто и не лазил в мотор. Укладывает в постель распредвал, обтягивает осевой бугет и вращает. Как видим, все как и должно быть. Двумя пальчиками и тут вал спокойно вращаются и без проблем. А на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопрос, помогите каналу, обязательно отвечу на него. И без аварийных вам поездок.